эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Общественная палата муниципалитета подвела итоги работы за минувший квартал. С коллегами обсудим вопрос соглашения между Общественной палатой Ленинского городского округа и Общественной палатой Московской области. В муниципалитете проходит широкомасштабная акция ГИБДД «Внимание, дети!». Надо научить наших, в первую очередь, детей переходить через дорогу. Турнир по шахматам и шашкам, посвященный памяти известного видновского шахматиста Сергея Кузнецова, прошел во Дворце спорта. Выходной день, воскресенье, приехал подвигать вживую, прям шикарно. В администрации Ленинского городского округа состоялось очередное заседание Общественной палаты муниципалитета. Общественники оценили итоги работы профильных комиссий в минувшем квартале и наметили планы на ближайшую перспективу. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Основной повесткой заседания Общественной палаты Ленинского городского округа стала подготовка к предстоящим выборам в Государственную и Московскую областную думы. Члены организации обсудили вопрос формирования наблюдателей и мониторинговых групп. В этом году выборы пройдут в уникальном формате. Продлятся три дня – с 17 по 19 сентября. Людей придется задействовать гораздо больше, чем обычно. Этот вопрос находится под личным контролем председателя палаты муниципалитета. С коллегами обсудим вопрос соглашения между Общественной палатой Ленинского городского округа и Общественной палатой Московской области, где мы, соответственно, должны сформировать, точнее, уже сформировали блок общественных наблюдателей. По данному, скажем так, механизму мы работаем не первый год уже, последние четыре кампании проходят именно с участием Общественной палаты как непосредственным участником выборного процесса. Также общественники обсудили вопрос отмены дней доноров в Ленинском городском округе до конца этого года. Инициатором по данной теме выступили представители Красного Креста. Связано это с активной реконструкцией медицинских учреждений муниципалитета и желанием создания отдельного стационарного донорского пункта. Идею поддержали и почетные доноры округа. Главврач и, соответственно, Зина Анатольевна подтвердили, что на базе МОКовской поликлиники откроется постоянный пункт забора крови. Соответственно, данная работа будет хотя бы теоретически возобновлена. Большое внимание члены общественной палаты уделили вопросу подведения итогов работы за лето. В связи с эпидемиологической обстановкой некоторые проекты осуществить пока не удается. Приемы населения приходится вести онлайн, однако общественники все равно находятся в тесном контакте с жителями. Нынешний состав, которому всего год, подобрался более чем компетентный. Люди хотят бой, люди рвутся, люди готовы, но мы всегда находим работу. У нас есть многодетные семьи, у нас есть общество инвалидов, где всегда нужна помощь. Все комиссии работают одинаково, ровно, всегда есть какие-то проблемные места, то есть те же самые неуборка контейнерных площадок, значит, сразу выезжаем. То есть неважно, какой ты комиссии, ты готов, ты можешь, ты придешь. Какие-то дороги, ямочный ремонт необходим, детские площадки, спортивные площадки, подъезды проверяем. Не обошлось и без приятной части. В завершении заседания благодарственные письма некоторым членам общественной палаты вручили представители Центра социального обслуживания «Вера» и общества инвалидов. Деткам с ограниченными возможностями здоровья к Дню защиты детей. И сегодня мы благодарим наших друзей, которые нам помогли в этом. В новый осенний период члены общественной палаты идут с боевым настроем и уже задумываются о реализации допустимых социально важных проектов. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ». С началом учебного года на улицах муниципалитета стало больше маленьких пешеходов, в одиночку переходящих в проезжую часть. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники ГИБДД провели акцию «Зебра» в рамках информационно-пропагандистского мероприятия «Внимание, дети!». Веселую зебру из мультика «Мадагаскар» местные жители периодически встречают на улицах города Видное. Вот и на этот раз Марти вместе с сотрудниками ГИБДД и юными волонтерами принял участие в акции «Зебра». «Зебра» подразумевает под собой пропаганду безопасного перехода улицы в ночное время, в дневное время, направлено на повышение бдительности водителей, повышение бдительности пешеходами, потому что считается виноват в основном всегда водитель, но пешеход, ну, такой же участник дорожного движения. Стражи порядка и их помощники общались с взрослыми и юными пешеходами, раздавали листовки и напоминали о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Мы хотим вам пожелать безопасных дорог, подарить вам свет возвращающий элемент.
Также участники акции дарили прохожим светоотражающие элементы и напоминали, как важно пешеходам в темное время суток быть заметными на дороге. Знаете, что это вот такое? Вот это? Это наклеивают на рюкзаки, так. И они ночью светятся. У сына есть, но у дочки нету. Вот сейчас сотрудники ГИБДД, он нам рассказал, что нужно, конечно. Это в дальнейшем, да. Я как водитель тоже, да, особенно вечером, когда едешь, замечаешь. Спасибо большое за такую акцию. В ходе акции стало понятно, большинство юных участников дорожного движения помнят, как вести себя на дороге и стараются соблюдать правила. Нужно дождаться, пока загорится красный свет для машин, посмотреть налево-направо, не едут машины, и переходить. Ну а взрослые уверены, такие полезные акции нужно проводить чаще. Надо научить наших, в первую очередь детей, переходить через дорогу. Да сколько ужасных случаев, просто потому что маленьких не научили. Ну и взрослых надо учить правильно переходить через дорогу. Посмотреть направо, посмотреть налево. И ребенка обязательно нужно держать, как родителям, за руку. С начала учебного года у нас в округе ДТП с детишками не произошло, к счастью. В период летних каникул, конечно, это был бич. Дворовая территория, переходы улиц, дачи, садовое товарищество. Там, конечно, был кошмар. В основной своей массе происходило это от бесконтроля родителей. Информационно-пропагандистские мероприятия в рамках акции «Внимание, дети!» будут проходить в муниципалитете до 12 сентября. Ну а соблюдать правила дорожного движения нужно всегда, независимо от акции, погоды и времени года. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Видное – город с большой историей. В эти выходные ему исполнится 56 лет. Накануне праздника работники историко-культурного центра провели экскурсию по городу для самых юных жителей. На самом деле история Видного берет свое начало далеко в 19 веке, когда здесь располагалось графское имение. Однако известный нам вид город приобрел лишь с появлением коксогазового завода. Решение о его строительстве приняли в 1935-м. Открылся завод лишь после войны. В 1949 году началось строительство рабочего поселка по проекту Бориса Ефимовича. В центре площадь с масштабным домом культуры. Рядом школьная улица со знаменитыми двухэтажными коттеджами. По этим местам мы ходим каждый день, не замечая, что прикасаемся к большой истории. Сегодня центр Видного считается объектом культурного наследия. Здесь регулярно проводятся экскурсии. Узнать историю родного города решили и ученики Видновской школы номер 2. Мы с вами находимся не в новых микрорайонах, а на площади Советской. Это самая наша первая площадь, на которой стоит и наш историко-культурный центр. И посмотрим сейчас через площадь. Административные здания. Длилась экскурсия всего 30 минут, однако за это время ребята успели узнать и об истории появления города, и о его видных деятелях, о Павле Гаевском и Тимофее Лемешко. Второклассники слушали с интересом. Экскурсоводы историко-культурного центра разговаривали с ребятами на одном языке. Я бывший учитель, мне легче с ребятами разговаривать. Город очень интересный, старая часть замечательная, а мы, старожилы, всегда можем поделиться и с удовольствием делимся своими знаниями. Мне было интересно, мне рассказывали много. Я узнал больше о своем городе. Этого ведь раньше ничего не знал в детском саду. Подобные экскурсии планируется проводить несколько раз в неделю. О них в социальных сетях проинформирует историко-культурный центр. Присоединиться может любой желающий, вне зависимости от возраста. Ведь знать историю места, в котором ты живешь, крайне важно. Такие проекты, они помогают все-таки узнавать культуру, историю. Они нужны, они необходимы нашим детям. Совсем скоро, уже в эту субботу, Видное отметит свой 56-й день рождения. Город-сад сегодня продолжает расти и развиваться, а его историю храним и делаем мы, его жители. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Проект «Активное долголетие» – уникальная возможность для людей золотого возраста овладеть новыми знаниями, укрепить здоровье или заняться творчеством. Наша съемочная группа побывала во Дворце культуры города Видное, где в рамках программы работают несколько кружков. Танцевальный кружок – один из самых популярных направлений в рамках проекта «Активное долголетие». На занятиях участники под руководством профессиональных преподавателей осваивают разные стили танцев. Они к нам приходят два раза в месяц по выходным дням, где полтора часа они наслаждаются общением, они
прекрасно танцуют на зависть молодым. Они участвуют в конкурсах. У нас каждый вечер, не просто вечер, он обязательно тематический, посвящен либо времени года, либо какому-то празднику. Занятия хора «Россияночка» также проходят на базе ДК. Участница хора Галина Белова рассказывает, что всегда любила петь и поэтому старается не пропускать ни одного занятия. Хор – это, в общем-то, для меня как второй дом, вот честно вам говорю. Я не могу уже без этого. Вот у нас сейчас было в период пандемии, вы знаете, просто не знали, куда себя деть. Руководитель «Россияночки» Елена Анастасьева признается, что очень часто репертуар для уроков по вокалу выбирает по настроению. Скорее, что понравилось, что легло, запало в душу. Ну или обязательные какие-то мероприятия, там, к Дню России, предположим, к Дню города. Совсем недавно в рамках программы заработал новый клуб для любителей поэзии. Основная тема – это биография, творчество и викторина, посвященная какому-либо из известных поэтов. Ближайшее занятие будет происходить 25 сентября в 15:00 в нашем ДК. В фойе Дворца культуры представлена небольшая выставка работ творческого кружка. Картины и композиции выполнены в различных техниках. А для любителей изобразительного искусства в ДК работает студия живописи и рисунка. Живописный рисунок может сделать каждый человек, который даже не умеет рисовать. Мы будем использовать вместо пластика прямых пластин, которые мы обычно делаем в комнате, мы будем использовать крышечки из-под коробочек от дисков. Сейчас в Дворце культуры функционируют 6 клубов программы «Активное долголетие». Участником проекта может стать любой желающий. Чтобы стать участником этого клуба, нужно прийти к нам в Дом культуры, вот это помещение, вот, взять у нас заявление, заполнить его, указать свои данные, вот. И мы зарегистрируем этих людей как участников клуба, и после этого они могут посещать любые активности. Также можно заполнить заявление на сайте Центра социального обслуживания «Вера». Стоит отметить, что теперь для посещения занятий необходимо иметь при себе социальную карту, для того, чтобы руководитель клуба мог отсканировать ее для электронного журнала посещения. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Во Дворце спорта «Видное» состоялся турнир по шахматам и шашкам, посвященный памяти известного видновского шахматиста Сергея Кузнецова. Участники разных возрастов из Видного и соседних городов поучаствовали в своеобразной зарядке для ума и поборолись за право быть сильнейшими в этих интеллектуальных видах спорта. За поединками на шахматных досках наблюдала наша съемочная группа. Открытый турнир памяти Сергея Кузнецова в Видном проводится ежегодно и собирает любителей шахмат не только из нашего города, но и соседних Ступино и Домодедово. А в нынешнем году к шахматистам присоединились еще и шашисты, значительно увеличив число участников. Сегодня у ребят появилась возможность встретиться на турнире, посвященному Дню города. Столы выставлены на 90 участников. Где-то 50-60 участников на шахматы, 30 на шашки. Первое испытание – отстоять очередь на регистрацию. 8-летний Саша Рогов, чтобы не скучать, собирает кубик Рубика. Кстати, тоже полезно для ума. Хотя шахматы, говорит мальчик, интереснее. Я ими уже 4 года занимаюсь. Часто выигрываешь? Ну да. А когда проигрываешь, что чувствуешь? Ну то ничего. Не расстраиваешься? Нет. Гость из соседнего Домодедова Радик Сулейманов признается, соревнование для шахматиста как рыбалка для рыбака. Игра – это спорт, стремление победить, свои умственные способности реализовать. Еще до объявления жеребьевки и начала турнира многие решили размяться. Виктор Сиваков, один из организаторов этого спортивного праздника и судья, сразился в быстрые шахматы с домодедовским блогером Ильей Николаевым. Лично я играю в основном в интернете. Вот. Довелось, пока вот учебный год только начался, в выходной день, воскресенье, приехал подвигать вживую, прям шикарно. Петр Болглей – единственный из присутствующих, кто еще в детстве обучался шахматам у Сергея Львовича Кузнецова. Благодаря наставнику, говорит, полюбил шахматы на всю жизнь. Впрочем, как и многие из тех,
кто тренировался у Кузнецова. Этот человек был предан шахматам, то есть он их любил, и он жил шахматами вот всю свою жизнь, да, сколько я его знал, то есть он всегда этим занимался. Ну, чтобы получить мастера спорта СССР, это было очень сложно, это очень было большое достижение, и в свое время на международном уровне считалось, что мастер спорта СССР сильнее любого западного гроссмейстера. Но вот дан старт соревнованиям, и участники турнира сосредоточились на своих досках. Быстрые шахматы и шашки – это стратегическое и критическое мышление, логическая оценка предложенных обстоятельств. Все как в обычных, но только гораздо быстрее. Первые прошедшие в следующий этап были отмечены уже через несколько минут. И юные спортсмены не отставали от взрослых. По мнению Виктора Сивакова, в этот интеллектуальный спорт лучше отдавать с 4 лет. И тогда совсем скоро можно ожидать первых серьезных результатов. Так, в рамках мероприятия троим юным шашистам вручили зачетные квалификационные книжки с присвоением спортивных разрядов. Поздравляю тебя! А в конце турнира победителям были вручены награды, кубки и дипломы. Поздравляем! Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!